Итак, продолжается зачет устный у детей группы 7-9. Про что сдаем? Стихотворение, правильно? Про что? Ну, своими словами. Про родину. Про родину. Поехали. Тихо на родину и велика соловьи. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тут погост? Не видели, сами найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травой зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина? Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Про что стихотворение знаешь? Про родину. Про родину. Поехали. Кружились белые березки, платки, гармони и огоньки. И пели девочки-подростки на берегу своей реки. Только я здесь был не дом, я песню узнавал едва. Звучали как-то по-иному совсем знакомые слова. Гармонь? Гармонь играла с перебором, ходил по кругу хоровод. А по реке, как мягко город, вязал красавец-пароход. Веселый? Веселый, разнообразный. По всей реке, по всей стране один большой справлялся праздник, и петь о нем хотелось мне.